Водоснабжение жителей должно быть качественным и бесперебойным. На рабочем совещании в администрации района обсудили состояние водопроводно-канализационного хозяйства. Водоотведение на территории сельских городских поселений сельского района считает 8 предприятий ЖКХ. Это Азовский водоканал, Смоленская единая служба, Ильские коммунальные системы, Крюковские коммунальные системы, Трансводоканал Вахивской и Мутново-Дмитровская ЖКХ. Всего в сельском районе 12 водозаборов, в которых насчитывается 89 артезианских скважин. Из них 13 насосных станций. Общая протяженность водопроводных сетей 660 километров, в том числе аварийных и нуждающихся в замене порядка 38%. Высокая изношенность сетей является причиной частых аварий, низкого качества питьевой воды и потери ресурсов. В сочетании с постоянным ростом объемов потребляемой воды это создает немало проблем, которые необходимо решать комплексно. Внедрение государственно-частного партнерства и создание концессий, а также поиск инвесторов могут стать выходом из ситуации. Проблема есть организационного характера, так как все бремя эксплуатации сейчас лежит на самих администрациях. Это тяжким грузом укладывается на их бюджет, что не позволяет развиваться. Да? Также мы здесь планируем уже в этом году начать работу по проведению конкурсных мероприятий на отбор концессионеров. Ведется постоянная работа по замене водопроводных сетей. В Смоленском и Новодмитровском поселениях планируется ремонт скважин и водозаборов. В Азовском поселении работы по ремонту скважин уже подходят к концу. Глава района Андрей Дорошевский поручил главам поселений взять под личный контроль бесперебойное предоставление холодной воды жителям. Также обсудили подготовку к будущему отопительному сезону. Работы по промывке и опрессовке труб проходят согласно графику.